Друзі, до нас завітала мені близька людина, чесно, дуже. Олена Рихальська – це кандидат психологічних наук, психотерапевт. Хороша, добра, мудра жінка, яка завжди надихає. І саме ви мали сьогодні прийти, і дякуємо, що прийшли, тому що в нас дуже ніжна, важлива дата для кожного з нас – це День закоханих, тому що все наше життя – це любов. Звісно. У вас хочеться запитати. Ви вже з досвідом, з роботи, багато працювали з парами. Який найголовніший секрет зберегти сімейне щастя і ту ниточку протягом всього життя між двома людьми? Я прям як по театральному. Нет одного ответа на вопрос, как и нет какой-то там великой таблетки, которая может все лечить. Во-первых, с чего вы начали? Во-вторых, в каком возрасте? В-третьих, насколько эти отношения для вас, правда, являются мудрыми? Хотите разочаровать чуть-чуть? Совсем чуть-чуть? Давайте. Нема секрета. До 30 лет люди еще не сформированы до конца. Я хоть православный человек, меня, наверное, сейчас осудят все батюшки, но тем не менее. До 30 людям нужно понять, почувствовать, побыть в разных отношениях, вне брака, как угодно, найти своего партнера, который действительно твой, с которым ты можешь прожить, вот правда, многое лето, да, который тебе подходит, которому ты можешь доверять больше, чем другим, да, который, но есть вот момент про доверие, если ты вывалишь на него все и сразу, да, ну вам это нужно? Ну, це таке, ну, питання, я не знаю, на любителя, напевно. Я от хотів, знаєте, що, хотів би запитати, ви кажете, до 30 ні, а от, ну, я знаю, у мене є друзі, які там 26, 27, 28, ну, вже кажуть, все, це от та сама людина. Це може бути свідоме рішення, чи це вже прихо? Це може бути, це класне ісключення, це класне ісключення, з кожного правила бувають ісключення. Бывают такие пары, на которых смотришь, они в 18 лет полюбили друг друга, и у них там уже какая-то золотая, бриллиантовая свадьба, и все хорошо. Но я же семейный психолог. Ліночка, можна я вас переб'ю? Ми маємо перерватися на сюжетик, і потім продовжимо нашу розмову. Ми всі мріяли колись в дитинстві про золоту рибку або джина в чарівній лампі, який виконає наші всі найзаповітніші бажання та мрії. А що, як вам скажу, що це можливо навіть в дорослому віці та в буденному житті? Здивовані? Наш наступний сюжет розкаже, як притримуватись декількох порад. Ви зможете здійснити всі ваші мрії. Давайте подивимось. Кожен з нас хоча б раз у своєму житті загадував бажання при падінні зірки чи задуваючи свічки на святковому торті, а потім з іскоркою в очах чекали, доки воно здійсниться. Однак, чи то через тисячі можливостей, чи то через тисячі відмовок, в кінцевому результаті іноді ми не отримуємо жаданого. Тому що наші бажання – це такі дуже цікаві думки, які в нас в голові трапляються. Потрібно запитати, чи дійсно вони ваші. Це дуже таке велика проблема, як я бачу вже стосовно моїх клієнтів, тому що, наприклад, якась ціль, вона буде, чи думка якась про щось мрія, вона може навіть не належати вам. Вона може бути навіяна суспільством. Дуже багато наших мрій залишається саме в стадії мрій і, на жаль, не переходять в стадію цілі. Як тільки ви зрозуміли, чого ви дійсно прагнете, тоді варто приступати до другого кроку. За словами Анастасії, для багатьох людей він стає переломним в житті. Адже варто встати з дивану і почати прикладати свої зусилля для втілення бажаної мрії. Ви повинні прагнути до мрії, ви повинні йти до них, хотіти, кортіти, бажати, плинути, йти вперед, але тим не менш ви повинні розуміти, що інколи, наприклад, ось я людина високої планки, але я чітко знаю, що я йду до тієї гори і я обов'язково до неї дійду.
Тобто, розумієте? Головне не втрачати цієї сили. Якщо ви не впевнені в собі, ставте короткомірні цілі. Малесенькі цілі. І все у вас здійсниться. Обов'язково. За словами Вікторії, починати можна як з глобально-масштабних, так і щоденно-побутових мрій. Головне – правильно їх формулювати, візуалізувати та записувати з уточненням часу. Це потрібно для того, аби Всесвіт також відгукнувся на ваше прохання та сприяв якнайшвидшому його здійсненню. Конечно, сейчас в нашем мире инфопотока, маркетинга, где нам впаривают постоянно какие-то вещи, купи, 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 очень сложно понять, где то, что действительно вам нужно. Поэтому, конечно, лучше опираться на ценности, на то, что вам важно, и действовать не из «хочу», а «важно». То есть, а если мы будем потреблять меньше того, что не нужно, а будем покупать только то, что будет полезно для нас, тогда это будет идти во благо, конечно, я думаю. Як бачимо, здійснення бажань дуже важливе для кожної людини. Воно не тільки приносить нам задоволення, радість, а ще й додає сили для того, аби реалізувати свої наступні стратегічні плани та бути енергетично наповненим, потужним та щасливим все життя. Наталія Лучко, Руслан Онищенко, новини «Правда тут». Так, ну що, шановні, ми повертаємося до нашого тематичного ефіру, а я вам, хто пропустив, нагадаю. У нас Олена Рихальська, кандидат психологічних наук, сімейний лікар. І ось про що ми зараз поговоримо, Олен. Ви раніше казали, що до 30 років людина має трішки погуляти, відчути життя взагалі. І вже потім вона може визначитися з партнером по життю. У мене є знайомі, які там 26-27 вже визначилися. Це свідоме рішення чи це якась забаганка? Я думаю, что это исключение, которое подтверждает правило. Я очень рада за тех людей, которые действительно в 26 уже все поняли. А знаете, ну, ко мне же все-таки идут с бедами, с какими-то вопросами. К сожалению, очень много людей, которые вот рано приняли такое решение, а потом, говорю простыми словами, времени мало у нас, да? Он не нагулялся, или за ней кто-то стал ухаживать, которого она не предполагала в своем более таком вот возрасте Джульетты. И семьи начинают трещать по швам, потому что приходит измена. А без измены, я вот сейчас очень сильно прошу понять меня правильно, я сейчас не о морали, не о ценностных моментах, но вот бывают такие истории, если женщина или мужчина не изменил, они пропадают просто, потому что у них есть определенная нереализованная потребность. Даже если он считает или она, что там вытесняет ее, она от этого становится не менее реальной. Но это всего лишь потому, я сейчас ни в коем случае никого не призываю к измене. Измена – это плохо. Это очень плохо. Но если вы не допробовали, не дораспробовали в своей вот такой вот яркой молодой жизни, у вас может это возникнуть потом. Это, если честно, знаете, так иногда даже очень комедно выглядит, когда там женщина, которая, ну, ей реально внешне там 50-60 лет, она одевает вот такую юбку и бросается на мужчин, потому что она не дореагировала, не допоняла, ну, то есть оно никуда не делось. Потребность, чем ты становишься взрослее, не отреагированная потребность, она вот так вот поднимается и начинает тобой владеть. Это, ну, сложная ситуация во многих моментах, скажу так. Ну, а якщо вот настав момент, коли чоловік чи жінка відчула, що хочу зрадити, є людина, яка приваблює, сказати половинці чи зробити, а потім виправдовуватись? Як? Ну, тут ну, щоб бути чесним. Конечно, разговор так пошел в такую линию, не совсем приятную, думаю, не только для Але нас, для многих. Для всіх, ну, смотрите, ребят, ну как, вы что? Ну, это только в кино может такое быть. Любимая, пошел тебе изменять.
Да, дорогой, я тебе тоже пойду тогда. Это очень больно, это очень сложно, потому что измена во многом – это правда предательство твоей сути, твоего доверия. Поэтому, знаете, то, что я видела в течение 26 лет своей работы, это когда реально приходит, ну, вот в какой-то конструктивный момент, это когда люди чужие живут уже совершенно своими жизнями, и он или она встретили своего человека. Тогда это, ну, измена, не измена. Они уходят к нему, выстраивают новую жизнь, и она продолжается, и никто психосоматикой не болеет, скажем так. Давайте повернемо наш ефір сьогодні тематичний у цікаву таку колію. В чому секрет міцної сім'ї? Давайте так зробимо. Ви знаєте, в близості. Я думаю, що если вы способны доверять своему мужчине, способны быть с ним настоящей, ну вот извините меня, женщины, которые так делают, но эта история, она недолгосрочная. Я просыпаюсь на час раньше своего мужа, одеваюсь, крашусь, и он меня видит уже вот так. А если ты заболеешь? А если у тебя насморк? А если у тебя геморрой? Что, он сразу видит другую женщину и реально думает, меня обманули, я ухожу? Но самое большое и откровенное в отношениях – это близость. И знаете, вот если опять про измену, я вам могу сказать, ни мужчина, ни женщина никогда не столкнутся с этим вот так вдруг. Как? Она мне или он мне меня обманул? Но если вы внимательны, ну, во-первых, если вы женились по любви, любовь уже присутствует, да? Если вы друг другу внимательны все это время, пусть это будет 10 лет, пусть будет 20, пусть будет 3 года, но вы же чувствуете. Но не бывает такого, что вот вдруг неожиданно вы узнали, что он спит с вашей подругой. А где вы были с 8 до 11? И зачем вы вообще приволокли ее к себе домой и не замечали, как она в полотенечке выходит там из душа? Много историй, когда я помогала подруге, ее муж бросил. Ой, у нас, если честно, истории не на один эфир. Но, тем не менее, самое главное – это доверие и понимание того, насколько ты любишь и ценишь этого человека. Насколько ты отдаешь себе отчет, что даже его минусы, они не бывает идеальных людей, либо они притворяются. Есть минусы. И очень многие люди, у которых семьи существуют там по 50 лет, они просто приняли минусы друг друга и выделили плюсы друг друга и делали акцент на плюсах. Я думаю, это самое важное. Потому что, ну, поменяйте партнера, ну, уйдите к другой, к другому. Там тоже будет набор плюсов и набор минусов. Идеального ничего не бывает. И не притворяйтесь идеальной. Принцессы какают. Стосовно свята, яке наближається, ось День закоханих. Наскільки важлива романтичність у стосунках? І хто має бути все-таки ініціатором цієї романтичності? Знаете, тут два момента, и каждый решает для себя. Очень многие не любят День Святого Валентина, особенно мужчины, потому что, во-первых, они должны. Тут уже скоро 8 марта, уже как-то свыклись они, да? Так. А тут еще кто-то придумал День Святого Валентина, то есть два подряд. Мужчинам очень сложно понять, что сделать такого женщине, да, а они уже должны. Вот этот момент должен, он их больше всего напрягает. Что они должны такого сделать, чтобы она была счастлива? Женщин тоже напрягает этот праздник, по большому счету, потому что, ну, уже даже существуют, я не знаю, какие-то магазины, которые
там аренда букетов на день, которые они фотографируют, это есть, это реально, это насколько мы зависимы, да просто выключите телефон в этот день, если честно, ну, побудьте друг с другом, не нужно выставлять вот это все, ну, эти красивости в подтверждение чего? В доказательство другим людям, что вас любят, счастье любит тишину. О, это факт. И если вы, ну, я очень согласна с тем, хотя и понимаю, когда красиво все, пусть будет, но я согласна с тем, что любить нужно 24 часа в сутки и будет каждый день, а не, ну, эти, знаете, такие, простите меня, маркетологи, ну, это такой, все-таки 14 февраля – это маркетинговый ход. Пусть уже будет там, ну, я по старинке, мне 50 лет, поэтому у меня осталось в голове 23 февраля, 8 марта, да, это вот просто, знаете, такие, день мужчины, день женщины, ни воина там, ни Роза Люксембург, там чего-то еще, это вот просто такие дни, когда они символистические, как Новый год, как день рождения, а все остальные, они очень странные для меня, и я думаю, что женщинам не нужно обижаться на мужчин, что они что-то не то подарили или не сделали предложение. Слушайте, вам вот не бывает никакой динамики больше-меньше клиентов, пациентов в течение года. Существует 14 февраля. Я вам признаюсь, я после 14 оставляю неделю просто потому, что у меня всегда очень активный прием, очень вот активный, так. Очень много записей. Одну разочаровала, что не сделал предложение, вторую разочаровала, подарил не бриллианта мишку, третью разочаровала, что не сделал предложение. Пані Оленечка, я вибачаюся, у нас вже мало залишилося часу, давайте такий маленький інсайт, як бути завжди... От на зв'язку зі своєю другою половинкою, як все-таки тримати це, і будемо завершувати. Я думаю, что прежде всего необходимо думать о человеке, чувствовать человека и не отпускать его далеко. И не ломать себя. Себя не ломать – это еще начало отношений, ни в коем случае. Если вы поломаете себя, то и ваш мужчина, ребенок, кошечка, собачка будут несчастливы. Мы наполняем себя, и потом кому нам отдавать? Ну, конечно же, нашему любимому мужчине в первую очередь. Дякуємо вам, Оленочко, за прекрасний інформаційний ефір. А нашим глядачам нагадаємо, що у нас в гостях була Олена Рихальська, кандидат психологічних наук та психотерапевт. От саме зараз переходимо на нашу YouTube-сторінку. Буде дуже-дуже цікаво. Підписуємось. І не забуваємо про дзвіночок, який буде нагадувати вам, що вже на YouTube-каналі з'явилися найцікавіші, найсвіжіші і найоперативніші новини від телеканалу «Правда тут». We'll be right back.